Вот такой челепиздрик. Ой, ой, это ухо. Скелет. Это да, новое уже. Ухо. Дим, что у него с ухом? Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Енот, Дардрагон, Серега, Дед Инсайд, пацаны, скажите классные слова. Всем приветики, омлетики. Здорово, механики. Квадрат жив. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic и будем смотреть классные постройки по FNAF. Это будут аниматроники и классные пиццерии. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор классных построек. Так, пацаны, есть кнопка на нем какая-то? Да, вот есть. Нажимайте. Есть, нажимай. Подождите, он должен срабатывать. Нет? Мне что-то не хочется. Подождите, давайте пистолет возьмем. У меня привязка есть к рукам и ногам, да? А ну стойте, да. Давайте я его переставлю еще раз. А ну-ка. А может, его надо отделить? Думаешь? Не, он упадет тогда. А он должен и так включаться. Так, странный. Ну, сама постройка круто сделана, но не круто, что она не работает. Поэтому... Две кнопки, а ну еще нажимай. Так, есть еще в этой игре классные подстройки, даже которые издают звуки. Может, на этом ролике это и попадется. Так, он просто кивает головой, ой, машет, и все, да? Давайте все-таки удалим, что будет? Стоит. Стоит. Ну, а если он ему тут случайно коленку удалить? И вот там... Смотрите, стоит без колена. Я профессиональный. Давай я легенькую бомбу поставлю. Ой, это было красиво. Люблю разрушаемость в этой игре. Ну и Брикрикси тоже очень люблю. Простенькая постройка. Марионетка. Давайте ускоримся, потому что очень много впереди построек. По башке тебе даст. Как-то странно, да, она себя, пацаны, ведет? Все пойдет на Серегу. А чё на этот? Кнопка есть, а ничего не происходит. Да, сзади есть кнопка, просто руки поднимает. Так, Чика. А мы сейчас всех взорвем. Так, Чика, подожди. Чё она такая рахитная? Чё она конченая такая? Так, тут есть какая-то кнопка. У меня даже какой-то гексик есть. О! Сработало. Так, и ничего не происходит. Постройка очень простая, но я бы, честно, такую не смог бы построить. Ха-ха, честно говорю. А ну, Серега, давай проверим твои пердушечки. Ой. Нифига. А, не, это слабая. А Чика выжила. После такого нет. А, тут именно вообще жесткая бомбишки. Так, давайте посмотрим пиццерию очень крутую. Так, сейчас сходим. Так, это пиццерия, которую мы строили. Вот такая есть у нас пиццерия. Так, отойдите, пожалуйста, из-под нее, пожалуйста. Так, сейчас будет что-то очень интересное. Надеюсь, вам, ребята, понравится. Вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Нашел вход. Нашел вход? Бежим по кругу. Только не ломаем ее, давайте просто посмотрим. А-а-а. Потому что здесь прям механизмы... О, о, классно ты вообще, молодец, дверь открываешь кувалдой. Так, здесь у нас... А чё, прикольно сделано место для Фокси, там, то все. То все. Какую-то арену напоминает из какой-то игры. Вот. О, здесь вот какая-то дверь. А ну иду, иду, иду. Так. О, туалеты. Только мне кажется, маловато места для туалетов. Ну-то ладно. Кухня у нас. Слышь, прям крутая карта, мне нравится. Постройка офигенная. Плохо, что нет каких-то пасхалок или аниматроников построенных. Ну зато ничего. Есть бомбы. А ну, Серега, давай я взорву одну вот такую бомбу и проверим, взорвет она всю пиццерию или нет. Надеюсь, не вылетит. Ого. Всю пиццерию просто. Нет, смотри, тут остался уголок для бомжа, поехали. Отлично, ребята, продолжаем. У нас есть... О, Серега, давай я поставлю, ты должен угадать, кто это. Не, ну пожалуйста, расскажи, кто это, Серега. Сейчас пусть упадет, я хочу посмотреть его лицо, не вижу. Там кнопка вроде бы есть. А, все, он активирован. А, я включил. Он уже крутится.
Это какой-то головашмёт. Он под балдежом. Какой головашмёт? Ты что говоришь такое? А кто это тогда? Это Фокси какой-то. Он угадал. Это Фокси, да. Но это не я так назвал, это разработчик этой постройки так назвал. О, господи. Красиво, да, тут это осколки по отношению к взрыву. Это очень круто. То есть все взрывы разные. О, а это точно угадаете, это вообще простенькая Англия. Постройка. Погнали. О, у нас звуки издает. О, Бонни. Так, сейчас мы все рассмотрим, сейчас я поставлю. Мод надо, оказывается, представляете? Мод не надо, это мы видели когда-то. Я помню. Видели, не видели. О, оперный театр, она, у нее морда открывается еще. Как тебе вообще качество постройки и механизмов, согласись, вот, круто? Знаете, можно еще сделать красивее. Рокстар Бонни? Да. Не надо бомбы, подожди, пока не надо. Давайте на пупке оставим. На пупке оставим, не против. Подожди, а вот эта кнопка еще справа, стойте. А, это просто конченый звук? Это она морду открывает. Так, Серега, ты какую-то бомбу поставил там? Да, поставил. Сейчас взорву. А, она сама взорвется. О, красиво. Это эпично. Это прям, знаете, салют из кубиков. Она убила Бонни. Продолжаем. Блин, трап такой есть, смотри, Серега. Он садится сам, видели, когда его поставил? А че он так сделал? А ну, Серега, попробуй ты его поставить. Так, у него сейчас. О. А ну, Серега, давай, ставь. Да блин, а че он как дурак? Механизм, может, поломанный с детства? Не. А вот кнопка, смотрите. Да, механизм... Ой, я под карту провалился. Подождите, а че не включается этот Фредди? Я же нажал кнопку. Чё там? А ну, там же две кнопки. А я не вижу вторую. А тут вот, смотри, со спины вот здесь вот вторая кнопка. Всё, покружился, начал кружиться, да? Смотри, Серега, как он кружит. Давай его инвалидом сделаем. Давайте, а есть такая бомбочка не сильно мощная, такая, среднячок? Конечно, такая. Вот, нет, это сильно мощная. Да, это очень, она разносит все. Вот поменьше такая. Перделка. А ну покажи. О, перделочка мне нравится. Ух ты, ой, красиво, это. Красиво. Это вообще не задело. Но у нее маленький радиус, но при этом она очень красивый взрыв делает. Поехали. Воу. И максимальная зачистка включена. Хотя уже и так все было чисто. Ну так, на всякий случай. Так, Серега, этого ты угадаешь сразу, поэтому мод надо, Вот такой чилипиздрик. Ой, это скелет. Это да, новое уже. Ухо. Дим, что у него с ухом? Смотри, у него ухо левое флексит. Не, у меня нормально, у меня не флексит. Оно вот в воздухе у меня летает. Не-не-не, Серега, это только у тебя, наверное, так просчитывают. Не, у меня тоже. О, все. Да, красавчик. Давайте я взорву бомбу. Я знаю одну классную бомбу. Не хотел вам, конечно, показывать ее. Ну придется, потому что... Вот сопляк. Пожизненный инвалид. Так, Серега, смотри, какая у меня есть бомба. Давай. Серьёзно? Что за бомба? О, этого вы точно узнаете, это узнаваемый уже Фокси. Ну это Фокси. Ой, блин, круто выглядит, так вы знаете, как будто ему 4 годика. Чика вот такая есть. У него еще есть вторая кнопка. Полунбой. Я на пузе Дима Фокси сижу. Ой, прикольно ты катаешься. И чё? Колеса не выдвигаются там, ничего? Не. Ой, я могу тебе помочь. О, полунбой. Живот у Сереги отвалился. Ты думаешь, да что ж такое, уже все поудаляло, а живот не удаляется. Серега, как тебе балунбой? Тоже, кстати, попадал в ролик, очень круто сделано. Очень качественные постройки.
прям как реальный аниматроник, если честно. Вот прям смотреть. Ой. А я не могу ставить ее в воздухе нигде? Я могу только... Ты можешь кинуть ему выстрел? Так, Серега, ты ему хочешь что, в глаз бомбу положить? В рот, да. В рот, вот во рту. Да, вот. Во рту? Ой, красиво голова... Ой, это было, Серега, классно, мне понравилось. Без головы. Ну, работает дальше, смотрите. Ой-ой-ой, а давайте я дверь эту взорвем. Ого, эта бомба вообще мощнее. Хорошо, хорошо, это было эпично. To be continued. Серега, как тебе такой? Брейд... Бакстер Бонни. Ой, Бакстер Бонни, да. Хоть поугараем. А что еще делать? Так, и чё? Так, давайте этот еще поставим. О, кстати, Серега, этот вообще прикольно сделано, футуристически такой именно. А чё у него с рукой? Да я не знаю, какой-то рахит. Только, Серега, не взрывайте еще. Ой, нормально рука. Ой, пошла. Давайте проверим, сейчас. Серега, я ставлю бомбу, смотри, аж где. Нам дальше, Дим. Дальше надо? Ох, да. Ой. Минус руки. О, кстати, видели, какой именно грань волны была ударной? Ого. Вот это башка. Серега, эти бомбочки прикольно взрываются. Разлетается все. Ого. У нас сегодня парад взрывов. О, такой вот есть челепиздрик. Ой, что с ним? Ой, прикольно, смотри. А чё, как... Это что, рэгдолл, что ли, как в Гаррис Моде? Да, да, да. Кстати, да, походу это да. А его никак, да, нельзя? О, давайте попробуем машину взять и машиной лупануть. Будет двигаться? Так, есть у меня машина. Называется трактор... Вот, его даже можно проспинать. А, это тракторец. Ну-ка. Ух, ё-моё. Ё-моё. Плохо нет веревок, чтобы его прицепить и тягать. Было бы круто. Да легче. Помогайте эту бомбу. Ой-ой-ой, вот это было сильно. Так. У нас еще вот такой вот Фредька есть. Я думал, будет побольше что-то. Он не такой, чтобы... А хотя не, большой. А уже был такой. Только, кстати, этот, слышь, другой чувак себе его присвоил, значит, постройку. Так вот. А, кстати, так бывает. Даже в Гаррис Моде, ребят, тоже такое... Надо мод. А, так, слышь, надо мод. Все можно ставить. Так. Ну чё, идемте, пацаны, приглашаю вас торжественно посетить этот замечательный ресторан. А чё не удаляется? Давайте я удалю дверь, фиг с ней. О, опередил меня. Так, давайте кнопки все клацать подряд. А, нычка. А чё не работает? Всё, что должно работать. А здесь туалет с дверьми хотя бы. Да? А ну идем, да. Посмотрим. Даже что за пердёж? Только почему-то потолка у них нет. Кстати, да, если будет идти дождь... Дима, тут вентилятор работает. А я слышу, тарахтит на всю карту какая-то фигня. Ого, слышу, у меня руки не отрубит. И фонарик крутится. Так, место Фокси. Ничего я такого. Так, ну что, пацаны, как вам пиццерия это? Чётко. Ну, надо ее взорвать. Туалеты остались, так что, ребята. Блин, Серега, еще ролик записываю, вдруг кто-то в туалет бы захотел. Так, я покажу пиццерию, которую я очень давно-давно строил. Лично своими ручками. Как будто, знаешь, Красти Крабс какой-то. Ну да, да нет, честно скажу, фигня какая-то, ну. Вот, смотри, тут Спанч Боб работает, вот фритюр, вот его гриль, где гамбургеры жарят, крабсбургеры. А, кстати, да, можно переделать под... Это... Короче, ребята, это заготовка под любую карту, которую вы хотите.
А сколько вид имеет этот назад? Ну, постройка такая, знаете, троечка из пяти. Так, значит, что надо ей сделать? Подарок. Правильно, взорвать. О. Да блин. А вон бомба осталась. Ого, нифига себе, она откинула. Не осталось. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.